Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Очень большая просьба всем вайнахам, чеченцам, ингушам, чтобы они, любые, которые есть координаты этого человека, который оскорбляет чеченский, ингушский народ, упоминает имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Я очень сильно прошу всех братьев, чтобы любая информация, доступная про этого человека, чтобы дали знать. Мой номер телефона 8-909-350-13-13. 8-909-350-13-13. Этот камикадзе, он оскорбляет чеченский войнаский народ. Любое вознаграждение, которое будут за него просить, я гарантирую, что это вознаграждение будет. Так что дай Аллах, чтобы мы его в ближайшее время нашли. Да, помогите в этой поимке этого камикадзе. Он сам свое заслужил. Так что, иншаллах, все будет хорошо. Аллаху акбар. Аллаху акбар.